Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон и Only First. Всем привет. Мы продолжаем играть в Dead Island Riptide, и сейчас мы начали... Смотри, что это такое? Ну посмотри вперед. Ну, какая-то лаборатория там. Сейчас, давай это все облутаем, что тут есть. Да, оно очень красиво смотрится. Да-да. Так. Ну, побежали. Из пепсик. Отлично. Фух, 100%. А вот и домофон. Так, научный подход. Алло, доктор Кеслер? Там? Что вам надо? Пожалуйста, сэр, мне нужна ваша помощь. Я занят серьезной работой. Mm-hmm. У меня нет времени на посетителей. Оставьте меня в покое. Сэр, это по поводу ваших исследований. Ваша статья о болезни Куру. Гениальная работа. Об этом я и хочу поговорить. Честное слово, ни минуты покоя. Ладно уж, заходите. Какой занятой, тут люди погибают. Да. Он, похоже, вообще не в курсе, что там творится снаружи. Да, кто он со своей работой так погрузился. Так, что утомляющее это? Оружие. Старая статья об исследованиях Маркуса без... в биологии. Так. Удивительно. Злобная колючка для гольфа. Куча всякой хрени, батареи, магниты. В принципе, можно облутать. Да, пока он... Детали устройств. Да, вот он, доктор Кеслер. Я не знаю, я открыл. О, я... смотри, что это с противогазом. Ёлки-палки. Я открыл телефон, в телефоне было мясо, прикинь. А? Или на телефоне. Не нравится мне. Ты видел, да, какой чувак? Да. Это он экспериментирует на них, в принципе, все. Ну что, говорим с ним? Да, говори, я пока облутаю. И мне сказали, что вы знаете туда дорогу через старые военные катакомбы. Нет никаких катакомб. А теперь упирайтесь, я ученый, а не экскурсовод. Не смейте тратить мое время. Маркус Вилла утверждал обратное. Угу. Вы ведь с ним работали? Вы видели Маркуса? 100 лет его не встречал. Он был гением, знаете ли, в своем роде. Но, скажем так, по некоторым причинам наши пути разошлись. По очень веским причинам. Учитывая, что он пытался меня съесть, нисколько не удивляюсь. Он хотел вас съесть? Глупости какие-то. Я знаю, что он шил с аборигенами, но мне показалось, они народ вполне миролюбивый. Видимо, все хуже, чем я предполагал. Слово аборигены вполне не миролюбивое. Он мог обратиться к каннибализму. Не знаю. Он сказал, что ему нужна плоть человека, обладающего иммунитетом к происходящему. Он хотел сделать из нее лекарство. Минуточку. Вы говорите, что у вас иммунитет к этому всему? Сейчас и он захочет сделать этого лекарства. Это определенно все меняет, не правда ли? Да, боюсь, что да. У меня есть карта, которая могла бы вам помочь. Я отдам ее, если вы поможете мне. Ну, как всегда. Я изучаю это заболевание вот уже много лет. Я еще радио тут включил, получается, два текста мне идет. Веками поражавшее местное население. Танная вспышка лишь одна из многих. Каждый раз эпидемия отличается от предыдущей, как и триггер ее вызвавший. Просто удивительно, как эта прионная болезнь адаптируется и меняется, как она мутирует при воздействии внешних факторов. Мне уже такое желание это... И как быстро воздействует. Да, я прокачу это, да и все. Давай. Говорите о том, да, что случилось в оранжерее. Очень досадный, несчастный случай. Ух, значит, печально. А, нет, можно начать. Да. Просто он там, вот то, что говорит, знаешь, ученые, это уже, если честно. Так, доклад доктора Кеслера по Куру. Так, выходим, да? Да. Можно было, если бы была возможность, наверное, люди, которым вот так вот хамит, да, просто побили, и ничего бы не было им за это. Так, ничего себе какой, да, красавец. Сейчас мучает просто их до конца уже и все. Ух ты! Какое дерьмо! Уматываем! Смотри на карту, там вообще. Смотри, просто уматываем. Так. Вот этих даже лучше не трогать, а просто-напросто. Да. А нам, походу нужно их убить. Слушай. Серьезно? Да. Ща, прикрой. Задание. Погори. Заберите реагенты мутировавших ученых. Нам нужно их поубивать. Да, ну я понял. Ух, зараза. Так, ладно. Ну что? Давай тогда стой тут, будем хотя бы по одному выманивать.
Да вот, в принципе, один, давай вместе его забьем по Берику. Воу, какой он резкий-то. Но бьет он, вижу. У меня по 600. Да, они вообще слабые, смотри. Они, собственно, полностью слабые. Да. Так. Так, сейчас нам куда? Давай, давай вот этого. Угу. Я не знаю, где он тут. Нет, он сзади был. Он наверху, да, как-то. Так, записан, ладно. Наверх. Так, ну что, ты где? Лезь ко мне. Где ты? Так, я вон. Так, как же нам туда забраться, к третьему? Нафиг его знает. Давай посмотрим. Ага, вот, какой-то ход есть. Так, это дерьмо еще пуляется в нас. Чем-то. Так, ща, я походу понял. А, нет, не понял. А вот я вижу лестницу. Это то, что она сломана? А, ну смотри, тут есть еще один, давай я его убью. Они медленные какие-то, я не знаю. Вовсе не сильные. Как нам туда забраться? Есть крит, урон. Я даже лестницы никакой не вижу. А, я вижу, смотри, красная лестница. Есть, иди сюда, ко мне. А вот я нашел. А, вижу. Вот, запрыгнуть. И, в принципе, вот так вот. Давай. Мы вместе лезли. Это что такое? Давай, использую. Полезаю наверх. Так, есть еще один красавец. Главное, чтобы он... Так, новый уровень у меня какой-то. Дребящее оружие, уровень 3. Есть. Да, детка, 100 из 2500. А это не те, которые нам нужно убить. А, вон еще один. Вот они. Ух, вот эти заразы кидаются. Да. Гренадер. Это подерще, чем прошлый. Совсем какой-то ни о чем, да, монстр. Он свои споры кидает просто. О, еще один. Этих всех нам нужно перебить, я думаю. Ну, да. Так, мясо я. Так, отлично. Ух ты, какой резкий-то. Так, давай дальше. Отлично, да. Смотрим, что у нас еще по плану. Сейчас. Чё-то я не вижу. А, вот. Нужно открыть, походу. Угу, давай. А, походу, сзади еще нужно было, да? Убить парочку. Я там видел. Кто знает, я тут... Пошли назад. Да, не, давай уже сюда. А что там, открывается? Ага, о. Ну, если открывается, то пошли. Так, последнего, да, потому что по заданию он последний. Да не, нам еще двоих нужно убить. Смотри на карту. Ну смотри, с двух сторон нету шансов просто ему. Ух ты, сколько опыта дала. Да. Готово. Есть. Так, сейчас нам сюда. Ух ты. Да. Воу. Двое. Ну, один мой, давай, один твой. Да, по возможности будем. Просто нету шансов, ребят. Ну вот что, давай. Нет. Ух ты, дерьмо, так кусок, смотри. Короче, меня... Воу. Ты этот. Не делай поспешные выводы, спокойно. А, нет. Смотри, сколько их-то! Ну бьют они, конечно, зачетно, если попадают. Ну а по здоровью у них все печально. Ух, как он у меня бахнут-то! Дерьмо, иди сюда. Ух ты, ничего себе. Но я еле держусь, в принципе, я еще не умирал. Так, смотри, есть... Ты, вот тот самый главный был. Да-да-да-да-да-да. И еще вот этот вот. Вот он на лестнице. Мне нужно его по-любому убить. Ух, дерьмо. Он меня убил. Сейчас, сейчас. Сейчас я приду. Так, я к тебе бегу. Вот ты, а, красавец. Ну что? Что ты там меня бил-то? А, нет, не убили. Так. Ничего себе у него уровень. Нет, убили. А, зараза. Ух, 20. Так, спокойно. Так, я вижу тебя. Так, 8 метров мне к этому нужно. Сейчас быстренько его... Да, он от себя отрывает мясо и, в принципе, бьет потом. Это иди помоги мне, да, потому что у меня пушка поломалась. Мне нужно починить. Так, я, пожалуй, пока на... секатор. Так. Отлично. Режущее оружие, уровень 1. Так.
Так когда же я его убью-то уже? Оу. Так, богатый тоже плачет, испытание обновлено. Готово. Так, отлично. Пусть сейчас. Так, ну что у нас теперь? Знаю, посмотрим. Походу. Так, походу назад к нему нужно идти. Да, но то, что ничего не показывает, куда нужно идти. Ну, в принципе, 130 метров показывает, да, но там никак не выйти. Значит, давай попытаемся к нему пойти, да? Или можно там как-то пройти? Ты да, сейчас я не посмотри. Знаю. Я к нему бегу. К нему бежишь? Так, сейчас посмотрим. Это последний. Пора убираться отсюда. Да, видишь? К нему. Доктор Кеслер. Так, он... Так, я тут. А где он? Доктор Кеслер. Но он где-то тут. Да, вот он. Хорошо. Теперь я смогу завершить эксперимент. Мне лишь потребуется образец вашей крови. Ничего себе. Если не отдадите карту, я скормлю вашу задницу вашим инфицированным дружкам. Ясно? Я не совсем ясно объяснил. У вас явно иммунитет. Это мы установили. Но это не значит, что вы в полной безопасности. Есть большая вероятность, что вирус поселился у вас в организме. Если это так, он может мутировать. И в зависимости от того, как он мутирует, нажми пробел. Вы можете оказаться в серьезной опасности. Берите. Все. А то... Итак, вы почувствуете укол. Волноваться не о чем. Так. Сейчас. Использовать Он что-то с нами сейчас по-любому сделает. Совсем не больно, правда? Была бы у меня конфетка, я бы вам ее дал. Затрали он нас. Так разговаривать, доктор Кеслер. Я лишь пытался разрядить обстановку. На подготовку образца уйдет всего пара минут. Проявите терпение. Ну давай уже. Угу. Я понял. Так, ты пока делай тут образец. Так, это нам ждать его нужно, да? Угу. Просто удивительно. Тихо. Ну. И? Ты готов. Вы совершенно не восприимчивы к вирусу. Да, я и без вас это знаю. Так. Нет, я не об этом. Ваша устойчивость к вирусу не дает ему размножаться, нанести вред вашему организму. Но она не уничтожила вирус. Она просто подавила его. Вам надо быть осторожнее. Любой контакт с определенными реактивами может вызвать мутацию. А если вирус мутирует, вы вполне вероятно лишитесь иммунитета. Поняли. Намного хуже. Намного хуже. К сожалению, необходимо учитывать столько нажимай факторов, пробел, что нет. Я не... Например? А то у него такие тексты долгие. Да, просто любит поговорить, мужик, я понял. О, смотри, я уже не знаю, сколько спасибо, раз пробил. На конец. Фух, капут. Карта катаком. Представь, сколько мы слушали вот этого, да? Да. Слава богу, я уже начала беспокоиться. Удалось достать карту у Кеслера? Да, она у меня, но через катакомбы пройти будет непросто. Расскажите при встрече. Куда вы сейчас направляетесь? Попытаюсь найти куда вход нам в катакомбы. Назад, наверное? Да, 107 метров. Так, глава 5, миссия. 107 метров к чему? Угу. Ну, к заданию, смотри. Так, храм. Вернитесь в джунгли. Ага, вижу уже 37. Просто у нас еще там верстак один. Угу. Я вижу, да. 100 метров. Так, вошли вместе. Отлично. Фу, 5 глава. Миссия. Ничего себе. 4 была уж совсем, да, такая. Ну, короткая. Лаборатория. Да. Не, ну в принципе можно еще одну-две миссии пройти. Да, можно. Машину? Так. Давай. Я давай, согласен. Быстрее. Ух ты! Давай, 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 давай. Гони, гони. Гони. Так. А я не знаю. Так, едь, да, прямо. Ты там давай, штурман. Так, давай, окей. Скажи, когда и куда заворачивать. Да, сейчас налево. Но тут мост у нас, правильно? Да. Проедем? Если проедем, все отлично. А, едь. Так, ух ты, нам очень долго ехать. Так, едь, прямо. Не заворачивай, нет. Куда? А, назад чуть-чуть отъедь. И а, вот вижу, туда, да, вижу. По прямой. Угу. Вижу, сейчас. Так. О,
Опыта немного. 200 метров осталось. Угу. Так, просто едь. Сейчас. Так, сейчас подожди минуточку. Посмотрю. Да, вот и в принципе. Так. Вот сюда, да? Да. Вот, да, едь, едь. Сейчас едь. Направо. Нет, тут не получится у нас направо, да. Придется. А, кстати, мы тут были. Да. Сейчас. Так. Прямо? А, да, прямо. А тут просто другой дороги нету. Ну да. Объезжать. Без машины, конечно, мы бы не справились. Так. Да, действительно, объезжать тут много нужно. Ну, машина дает многие приоритеты нам. Так, 130 метров. Сейчас. Да, сюда? Прямо. Да. Тут туннель какой-то. Так, большая распродажа. Убейте всех монстров. Убиваем? Да. Ну, давай. Давай. В принципе. Долго. Да. Как он орёт-то, стрёмно. Сумасшедший. Так. Ну, кстати, да, этих людей действительно можно назвать сумасшедшими, потому что моза у них, можно сказать, уже нету. Да. Болезнь подавила его. Так. Оу, я немножко поджёгся. Отлично, всё. Всё, прошло. Давай. Так, этот босс, вот, смотри, какой-то новый. Ему нужно топливо. Так, спокойно. Отлично, тут еще один. Жилистый какой-то. О, быстренько мы с ним. Ну что, помогаем ему, нет? Я да, не естественно, давай. Помогите Пьеру открыть магазин. Тут бизнес Монахи. Поднимать нельзя, товара залежит. Какой нафиг бизнес? Ты дурак. Нет, тут конец света, ему бизнес. Тогда я открою. Каждый выживает как может. Можете мне помочь? Я не знаю. Давай, помогай, то в принципе поедем. Да, что-то я, если честно, не очень хочу. А, о, тут можно отремонтироваться, прикинь. Что делаем? А, ну, сейчас посмотрим. Подожди, мне главное надежное. Я не знаю, если честно. Нет, можно. Можно в принципе. Да то, что его не очень так много чего-то дает. Так. Демонстрировать сломанные предметы. А, у меня он полностью сломался. Да что за печаль, беда. В принципе, нужно будет выкинуть, ладно. Так, а, я починю тоже. Самодельный возьму тесак. Так, и давай, в принципе, вот это вот отремонтируем. Нет, не это. Кстати. Вот, ты мне давал топор, подожди, я сейчас минуточку с топором что-то сделаю. Так, задание карта рюкзак. Вот у нас, где у нас топорик. Не найдется ли у вас? Так, вот. Самый универсальный топор, вот, надеть. Вот так, вот замечательно, я его починил. Так, ну что? Нам, походу, назад нужно немного. Смотри. Так, ты взял задание, да? Не-не-не, я у него не брал. А, ну, ладно. Так уж и быть. 100 метров осталось. Да, в принципе, нам основное походу, задание. Нам, походу, вот сюда? Сейчас. Так, давай, машину. Нет, не вот туда, а куда-то. Да, в принципе, то, что и машину тут некуда. Не... А, ну да, да, в принципе. Я не уже знаю, дальше куда вода. Бежать. Сейчас. А, смотри, можно... Смотри, я, в принципе, понял. Смотри. Нужно побежать по воде, и там направо просто мы будем оббегать, и все. Так. Куда-то вот туда. Вон, смотри, пещера, и там можно скоротить, я заметил. Давай. Осторожно, сзади просто никого не подпускай. Смотри, назад, повесили, да, людей вон. Ага. А, тут босс какой-то, я знаю. А, идем да. Сюда? Нет, лучше смотри, куда нам нужно. Да, я просто посмотрел. Да, тут боссы. Я помню это место. Но лучше не нужно туда лезть. 100%. Так, тебя ждать, да? О-о-о. Эти звуки. Да. Ну я, в принципе, ничего не слышу, я уже на другом берегу. Так, есть тут лут. 90 метров. Так, охотник за сокровищами у меня 90 из 100. Угу. Так, вот сейчас. Пьем, да, вот этих вот зомбарей. Ага. Топорик, в принципе, тоже неплох. Так. Нам не туда, нам сюда, походу. Да, давай.
Оу! Не, так, так полетели, я думал, да, что что-то будет. Так, 53 метра. В принципе, мы скоротили на очень много. Просто невероятно. Так. Потрясающее место. Храм Божий, задание обновлено. Нам этих всех поубивать нужно? Давай вместе, да, чтобы... давай. Потому что тут... просто удивительно. Очень много, да? Да. Так, метан можешь кинуть. Так, а этот опять со спорами своими. Так, я, в принципе, этих бью как могу. Так, немножко восстановлю. Так, есть. Перелом, перелом. Так, есть. Тихо, тихо, тихо. Ух ты, пошел вон кусок дерьма. Так, еще. Так, вроде всех, кто тут был. Да. А, смотри, что это там так тяжело топает. Как да, это? Я не знаю. Это меня что-то пугает. Так, дневник Джона Моргана, часть 4. Ничего себе, смотри, как тут неблагополучно. Так. Я этого добью. Так. Вот зараза убил меня. Да, ну подожди, я сейчас... О, тут боссы, да? Угу. Поход вроде да. Так, а, этот, кстати, самый жилистый, тот... У-у-у, меня убили. Так и бежал на меня. Так. А наш главный герой постоянно что-то разговаривает и разговаривает. Я не пойму, как в такой ситуации он еще может говорить что-то. О, ого, он бегает, а! Так, да пошел вон кусок ты дерьма. Ужас. Так, можно было тут справить оружие, в принципе. Так, отремонтировать. Вы, ребята, что-то какие-то очень быстрые. Да, какой-то он вообще... просто чересчур быстрый. Режь и режь, паскуду. Я помогу сверху. Давай. Что ж такое, не попадай все, хоть ты убей. Есть. И сзади еще нас морит один чувачок. О, он блюет еще, да елки-палки. Вот зараза ты быстрая. Да, бегал он, конечно, спортсмен был, наверное. Наверное. Так. Меня убили. Так, я еще держусь пока на ногах. Давай. Оу, ничего себе, он блеванул. Так, спокойно. Ребятушки, пошел вон дерьмо. Ух ты, он быстрый. Просто кошмар какой-то. Да. А что это, я не знаю, шипит, тут рыпит. Да, я кинул. А, да, так. Ну что, я бегу к тебе. Угу. Патроны для винтовки. Интересно, тут еще можно и найти что-то. Ладно, я понял. Этот будет самый тяжелый. Но... ух ты, дерьмо-то! Меня сразу убил, представь. Ничего себе, я попался. Я просто неудачно выбежал на него. Все, убил. О, ничего себе. Так. Да. Место такое. Так, я вот, 12 метров. О, катакомбы. Спускаемся или завершаем тут? Нет, я думаю, можно спуститься еще. Ну давай. Только... как навернуть-то? С ума сойти. Подземелье затоплено. А, еще нельзя просто. Оставайтесь там, мы уже на подходе. Ну, стоим тут. Ладно. Так. А, во. Все, завершение. Сейчас все само. Угу. Печально, что мы не по пещере плывем. Вот зараза. Это типа на них напали или что? Господи, кошмар какой. Вы целы? Ну, уже укусили, можно было его убить. Укусили или нет? Я, в принципе, не видел, но он за руку держался. Так, Тревор, выводи нас отсюда. Это они к нам, да, плывут? Угу. Надеюсь, мы туда все поместимся. Вы не подумывали проверить пляж? Мне вещи нужна ваша помощь. Можете для меня кое-что посмотреть? А, ого. Теперь тут ваши, да, вот это...
О, смотри, смотри, смотри. Нам нужно, да, вновь попасть. Нужно, да, ограждение поставить. Баррикады. Так, я вижу еще баррикады. А, нет, или нет, я не знаю. Да, забор наш. Ну, пока что да, нет. Да, пора начать возродить баррикады, он сказал. Так, есть. Если что понадобится, дайте знать. Еще один забор. Где его еще ставить, я вижу. Так. Посмотрим. То есть, сейчас не... А, вот, вижу. Ага. Так, куда еще этот? Вижу. Давай. Отлично, еще поставил. Говорит, мне интересный получился отпуск, правда? Ты... Согласен с тобой. Так, ты там везде поставил? Да, практически. Но походу пока не отображается, то есть... Еще нужно ставить. Ну, наверху 100%, что не нужно, мне так кажется, потому что... Ну да. Тут есть вот эти заборы, но... Тут даже зомби нанизу... А, вот, я вижу, куда. Вот, 9 метров осталось. Видишь, поставить? Тут даже на карте показывает. А, я тоже вижу. Да, все, нам нужно подходить к нему. Да, мы собираемся туда впускаться. Что за... Что там? Да, в забор. А. Не мог пройти. Давай, ну что? Разговариваем с Тревором. Каким же образом мы там пройдем? Мне нужен насос. Перед уходом я говорил со стариком из Халая. Он работал в этих катакомбах, когда тут были австралийцы. Он сказал, неподалеку отсюда есть мастерская с инструментом. Там должен быть насос. Сможете принести его сюда? Ну, а что нам остается? Ух ты, да. Какая сложность. 4. Еще сделаю такой не было. Хорошо. Когда принесете насос, я выкачаю всю воду. Уверен, что выкачаешь всю воду. Ух ты ж, 500 метров. Да. Вот и все, что я могу сказать. Так, ну можно, да, прийти. Ну, я. О, смотри, что я могу купить. Что? Чертеж молотов. То есть мы сможем делать коктейль молотова. Окей. Я не знаю, покупать, нет. Так, нож дракона, купить метательный нож, кровопускатель. Я ядовитая бомба, глушающая бомба, шоковая бомба. Ну бомба что? Из дезингерата. Так, ну что, в принципе, пошли, да? Можно пойти. Пошли. О, верхом можно пойти. Ну да, перепрыгнуть. Так. Пора начать возводить баррикады. А, ёлки-палки, я нечаянно баррикаду убрал, и, в принципе, я сейчас верхом. Поднимусь к тебе, ты меня ожидай. Что ж такое? Так. А, он только скидывается, да. Нет, все нормально. Так, я к тебе бегу. На карте нам еще. Офигеть. Да, долго. Смотри. Давай лучше все-таки на лодку, в принципе, другого пути. Да, можно. Нету. Так, ты сел, да, за водительское? Да. Ты давай включай карту и будешь мне говорить, куда. Да, окей. Сейчас я тоже посмотрю. Тут просто зомби, я боюсь, что будут. И... Я не знаю, куда нам. Так. Ну что, я вижу нас. Мы едем, едем, едем. Оу, да. Мы как-то неправильно поехали. Да, я тоже как-то заметил. Куда? Так, а я тут даже, знаешь, и не скажу. Потому что, видимо, нам нужно будет пешком ехать. Пешком ехать, пешком идти. Убиваем, помогаем. Да, людей. Да, да. Нет, нет, лучше... Так, так там подожди, тут же нам вообще, в принципе, 58 метров, да, на это задание? Нет, 430. А, 430 метров. То есть, да, направо, направо сейчас. Сейчас направо? Да. Правильно еду? Да, сейчас направо, и мы, в принципе, очень долгим путем. Даже ну, очень, но доберемся. Пути, да, но в принципе, смотри, сейчас нам нужно по-любому будет вставать. Вот так вот. Если тут возможно, нет, тут невозможно. Так, едет, видишь, уже 390 метров. Смотрю еще раз, мы наближаемся потихонечку. Так, ну я, по крайней мере, успокаиваю себя так. Сейчас, смотри, куда. Так. Сейчас нам можно тут подняться по мостику. А, по мостику давай, поднимемся. Слазим? Да. Вполне можно, так, главное, чтобы они нас не трогали. Но на мостику мы их быстренько одолеем. Давай. За мной, беги. За мной, за мной. Раньше здесь была Россия. Беги лучше, беги. Я бегу, бегу. Так, 292. А нам бы все равно, смотри, тут пришлось обвылазить, видишь? Ага.
Так, через дом можно пройти, но тут, видимо, спокойствие. Оу, что это стоит? А это стоял зомби. Так. Лежать, кусок дерьма. Кто меня... Что там? А вот, 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 вот. Не знаю, я ему голову просто отбил. Да, мы тут тоже уже были. Да, давай просто зайдем, поищем лут. Так, и убьем лишнее создание. Так, есть. Есть, так. Убил. Ну, внутри... Я не знаю, вроде никого. Так, нету там лута или есть? Да, что-то. Так, я не вижу, как ты туда зашел. Сейчас посмотрю с этой стороны. Сначала я снаружи все обыщу. Угу. Ага, вижу. Так, все, я все болтал, что тут было. Кубки, молот. Вот этот вот я возьму тоже. Фу, сейчас надо. Так. Куда? Нам. Да. Подожди минуточку. Нам так, сейчас. Было лучше на лодке, смотри. Нет, лучше нам не на лодке, там по-любому, там нужно было на берег вставать. Да нет, мы там могли оплыть это все и... А в принципе 200 метров, это не так и много, поэтому нет, даже ты лучше. Посмотри, ты посмотри на карту, сколько нам бежать, через что нам бежать. Так. Да, бежать в принципе нормально. Если мы вернемся к лодке, то намного быстрее это все будет. Ну давай спустимся, пожалуй. К лодке? Да. Туда назад, к мосту. Да. А вот тут еще одна лодка, смотри, есть. Где? Нам дико повезло. Вот, смотри, на берегу. Так. Оу! Вы чё, ребята? О, да. Так. Давай к этой лодке, где я, смотри. Да, я вижу, вижу, вижу. А что, ты на эту не хотел сесть? А? Да, в принципе, вот то, что ближе к этой. Ёлки-палки, меня просто к тебе бежать далеко. Ты по мосту пошел. У меня почему-то сзади отображается одно мыло. Почему так, я не знаю. Почему у меня мыло отображается сейчас в игре? Просто мыло какое-то, я не знаю. Вроде бы поначалу нормально, а вот дальше смотрю мыло. Грёбаное мыло. А, ладно. Чем не вылазить? Не, я бегу к тебе. Оу. Давай. Странно. Убей вот этого. Ой. У тебя вдали отображается, да, как там мыльно все? Да чуть-чуть. Оу, крит, что по башке, так есть. И смотри на карту, куда нам нужно. Так, ну что? В принципе, так, давай. Прямо едь. Да, едь прямо, блин, то что ж у меня одно мыло-то отображается. Не знаю, что это такое. Сейчас давай хотя бы уже туда доедем. Да. Посереди моря слез. Правильно еду? Да, правильно. 300 метров. Я, в принципе, буду так, потому что одно мыло показывать неохота. Не, у меня почему-то с того дома появилось мыло. Ну, вблизи, нормально, понял, а как-то вдали уже. Я, походу, неправильно еду. Нет, правильно едешь. Сейчас мы завернем там налево, смотри. Осторожно. Объезжай их. Да ты не смотри на карту. Да я не смотрю, я прямо еду. Ё-моё. Да что ж ты кусок-то дерьмища. А, я выпал. А вода ты где? Так, сдох. Сейчас я прибегу к тебе. А ну, если я далеко отъеду, вроде же можно... Да, можно ТП-шнуться к тебе. Поэтому... Да. Как же... А, сейчас еще нельзя ТП-шнуться. Да ёлки-палки, что ж это такое? Одно мыло. Так, ты где? Я вылез. Попробуй. Я тебя не вижу. Так, все, я на мосту стою. Сейчас, подожди, даже если на паузу ставлю, ничего подобного. Одно мыльцо впереди, ну да ладно. Я по дереву попробую как-то полезть. Да, да не, просто беги прямо. Да ё-моё дерьмо! А! Прямо, прямо, прямо. Да-да-да, я вижу. Там меня убивают постоянно, и я тут без помощи как бы не обойдусь. Ох, чё, мне назад сейчас возвращаться? Да я даже не знаю. Попробуй. Так, в принципе, я очень далеко от тебя, очень. Ты зря поехал без меня. Да я думал, что можно будет ТП-хнуться. Нет, к сожалению.
Беги прямо, 60 метров. Нет, я вижу. Я вот пытаюсь тпшиться, но да ладно. Так. Так, о, меня видишь? И тут сейчас убьют. Я-то вижу тебя, но... Лучше бы ты возвратился, знаешь. Все, меня сейчас опять снесут. А так, я вижу тебя. И мы его почему-то отображается, не знаю, возможно, только в воде. Так. Так. Что там, ты где? Да, я вот этих всех перебил. Странно, что тпшиться нельзя. Тогда было можно, теперь нельзя. Так. Да спускайся, куда ты? Да я сейчас же хотел просто по дереву, если они там были. Да я всех уже. А. Ну что, пошли, дойдем-то заканчиваем по-любому. Да, давай так. Сюда, на мост как раз. Давай. Вот да. Это... Было жарко. Так, еще. А. Так, есть. В принципе, я его убил. Все, замечательно. Да, это в воде только у меня как-то отображается почему-то. Это вот мыло. Не знаю даже, с чем это связано. Возможно, что-то. Так. Тут выпрыгивай. И вот сюда на мост. Да, поехали. 100 метров осталось. Да. Я бегу, потому что я не знаю. Наверное, нужно будет сделать перезапуск какой-то игры, но и... Игра иногда фризит вот таким вот. Ну, чтобы просто подобным. Сохранилось. Да, ну главное это сделать. Так, наверх. За мной беги. Ты бежишь, да? Угу. Сейчас, подожди. Да не отвлекайся на них. Иди сюда. Так, потому что я уже у цели практически. Так, мы тут были, обыскать, замечательно. Да. Отлично. Вот этих можно перебить. Чтобы за нами не о, это босс походу. Где он тут? Оу. Так. Да, лучше не трогать его. Пошли. Ну да, пошли, в принципе. Так. Оу, сори. Так, вот, ух ты, я не знаю. Ё-моё! Я чуть не прыгнул. Так, ну что, пробуем, как? Пробуем, нет. Давай, в принципе, что терять. Давай, аккуратненько тут на камушке можно спуститься. Оу, я умер, ну да ладно. Так ты умер? Нет. Так, ладно, но я сейчас к тебе прибегу. А, я просто уже здесь и оказался. Я не умер. О, смотри, и когда я умер, как бы мыло уже не видно. Хм. Очень странно. О, этот взрывается-то. Так, что оно? Что нам делать-то нужно, я не понял. Так, сейчас будем смотреть на карту. Так. Я понял, что у меня тогда было. Просто мне тогда вот этот вот толстяк блеванул в глаза, понял, и оно до сих пор было мыло, как бы. О, я коктейль Молотова нашел. Так, подожди. Отлично. Самое главное, чтобы мы сейчас все это дело... Ищите цель внутри подсвеченной зеленой области на миникарте. Все, теперь можно. Только тут ну, очень... Их нужно перебить? Мне нет, кажется. Я не думаю, можно было просто, чтобы да, не тратить пошел, время. Давай. Да ладно, давай бьем. Чтобы не мешали. Так, ну этот быстро, этот хиляк, но... И тут еще один такой. Да. Коктейль Молотова я тоже нашел. Оу! Так, тебя что, убили? Так, есть, новый уровень. Падай, ты убит, называется он. Угу. Вот ты прыгнула. Так, отлично. Так, пошли. Сейчас что нам нужно? А нужно искать место в зеленой области, видишь же? Зеленая область, я даже вижу задание, где нам нужно как-то то ли на дом, то ли в этот дом забраться, видишь? Как-то. Каким образом сейчас это мы сделаем? Я без понятия на самом деле. Так, тут тоже входа нету. Ты что-то нашел? Нет? Так, красивый водопад. Да, что-то нашел, но
Где ты? Сейчас, мне нужно опять подняться, то я упал. Ага, я понял. Где ты имею в виду? Перепрыгнуть. Так. Ну, сейчас я залезу по мостику. И, в принципе, можно... Ага, да, тут даже досточки есть на это. Вот, смотри, я сейчас открою эту дверь. А, вот, залезь, смотри, на лестницу. Ты где? Сейчас. А, вылезай, смотри, по мостику просто иди. Ну, сейчас. Где ты? Я вот на крыше, смотри. А как ты вылез? Смотри, иди. Смотри, вот так вот. Иди, вот. Да. И видишь, тут перепрыгивай, и там ты найдешь этот вход и лестницу. Так, в принципе, на крыше я ничего не вижу. Ага, нет, я вижу, можно да. перейти на вторую да. крышу. Там лестница есть, если ты упал. Так, и нужно нам как-то смотри. Опять через крышу нужно пробираться, да? Так, я вижу чувака, я могу сделать контр-атаку. Пожалуй, так и сделай, паркур. Оу, так. Ушли вон дерьма кусок. Так, ты рядом? Беги, потому что у меня тут маленькие проблемки есть. Ух ты, я одним ударом... Так. Ох, зараза, убили. Это громила, походу. Так. Да, он вообще такой вот просто кошмарный. Ух, ты пока там убивай. Так, убей всех. Да. Тревор, вижу насос. Так, есть насос. Кто несет насос? Да, я? Узнает, воу, тут громила! И вновь убил этот громила. Это ёлки-палки-то. Что ж это такое делается? Действительно, они очень тут сильные. Можно коктейля Молотова, знаешь, как-то их ошпарить? Да я уже. А, читаешь мои мысли? Как раз тот же момент. Так. Ну что, пусть догорит-то, я зайду. Так, они, вижу, горят, да? Так. Обыскать, 56, отлично. Ну что, забираем быстренько мотор, потому что с этим мы не справимся. Мы будем очень долго с ним справляться. А, пошли, так, ух что ты, нам? А сейчас нам куда? Нам я... походу, там нужно двери открыть, мне кажется. Да. Даже можно было бы, наверное, тут перепрыгнуть, но ты же с этим мотором, поэтому пошли. Так, он что-то сейчас. Очень агрессивный. Да я бы открыл. Да не, я просто тут вещи собираю. Удерживать, давай. Давай. Есть, вышел. Давай. Так, а сейчас. Так. Ага. Пошли. Там лодка 15 метров. Угу. Смотри. Во. Только я не знаю, как тут сюда залезть. Нет, поставишь. А. Просто поставь. Все, отлично. Так, ты за руль. Нет. Я не за руль. Фильм. Я выйду, пожалуй. Давай. Так. Как же, собственно, сесть теперь-то с ним? Да ты его поставь на место. Он стоял. Ага, все. И теперь мне сесть не нужно. Ага. Так, на карту сейчас. Давай. Говори, куда ехать. Так, 458, да, вот это вот. Нам. Я правильно еду, прямо или назад развернулся? Нет, лучше бы назад развернулся, конечно же. Так, а ну ушел вон, кусок ты дерьмища. Получи головой. Так, вот, смотри, да? В принципе, можно тут ориентироваться можно так. Тут можно как-то ускориться на лодке, но я не знаю, что нажимать. Так, так, нам прямо, и, в принципе, приедем. Да, так. Дайте мне... О, прицепился. Так. А ну, шо, вон! Так вот, замечательно. Так, у меня тут такой гвоздобой, понял, оружие я нашел. Ага. Будет неплохо, я сейчас попробую на них. Есть, убил, куда? Видал? Сюда? Так, да. Едь. Так, сейчас я посмотрю на карту, куда лучше. Да, лучше направо, конечно же, нам поехать. И сейчас налево куда-то? Mm-hmm. А сейчас мы, по сути дела, разберемся. Ничего себе, как он бьет-то. Мне это нравится. Сейчас налево. Ну, тут, в принципе, все понятно. Есть. О, да. Есть. Так. Сейчас поход сюда. Да. Прямо потом мы там сможем объехать. Я видел, в принципе, по карте там только прямо. О, вот это вот подавили, да, его? Да. Так, тут у нас дамба, да, я вижу. Так, направо. Аккуратненько, потому что тут можно зацепиться. Воу, что это такое? У тебя тоже дамба, да, как-то на лицо, да?
Это, походу, тут блюанул толстяк. А. О, как же их много-то. А ну давай, дерьмо. В этой деревне камни на камни. Так. Ай, тут... Ё-моё. О, как-то выбрались, да, странным образом? Походу, сюда, да? Да-да-да, прямо. Прямо, едь, я буду говорить. Прямо. Угу. Так, я, в принципе, ориентируюсь, хорошо? Давай налево чуть-чуть поворачивай. Ай. Так. Сейчас. Прямо, 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 потому что там дама, видишь, не проедем. Так, у меня опять мыло. Вот это вот толстяк, когда блюет, сразу же мыло, понял, перед экраном. Ага. Когда попадает на лицо, но ничего страшного сейчас. Оно, навернись. Ну, тебе так помогать сейчас не будем, извини. Да, в принципе... Времени как, не, как-то не очень сейчас. Да, и сейчас просто зомби нападут, и мы не сможем. Так. Так, давай, дерьмо! Да пошел вон. Отлично. Так, все, придется вылазить быстренько только. Давай, давай, давай. Берешь ты. Давай. И я беру. Ой, сзади. Берешь, помоги. Берешь, берешь. Оу! А я как-то, знаешь, побежал флегматично. Так. А ну, дерьмо разошлось. Так. Давай, я прикрою, сколько я могу, ты пока относи к ним. Надеюсь, они помогут там хоть чуть-чуть. Ага. О-о-о. Они стоят себе и смотрят. А, ну да, ладно. Хорошие товарищи. Так. Отлично. О, это было жарко. Они себе там смотрят. Закрой двери вот этой. Да, 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 сейчас. Пора начать возводить баррикаду. Так. Между прочим, может кто-нибудь и помочь? Не повторяю одно и то же самое, потому что тут это говорит Тревор у нас ударе, Тревор у нас ударе. Новый уровень. Сейчас, наверное, за шлангой пошлю. Наверное. Так. Большая аптечка, ничего себе. Смотри, смотри, какая пушка. Ну, какой-то меч, фиг его знает. Так, сейчас что? Я... Не знаю. Как думаете, он работает? Можно, в принципе, кровометательный нож. Давай купим. Побалуемся, в принципе. А ну выкупить, что у нас тут есть. Откачайте воду, я начинаю. Да. Давай, начинай. Смотрим, на что он способен. Давай, качай. Изменение планов, соберитесь. О-о-о. Как же громко, да? Так, зомби как тут, да? Соберитесь, вот, ну я собрался. В принципе, я тоже. Злоб... Я пистолет нашел. Ух ты. Где? Ящики вот тут вот. Где-где-где? Вот, смотри. Вот тут. А? О, точно. Так. Ну что, будем сейчас отстреливаться? Сейчас, так, сейчас. Где зомби? Вообще ничего не слышно, да, из-за этого? А, они бьют по воротам. Давай, чтобы они не разбили заграждение. Да твою мать, разбили! Ёлки-палки. Как-то пистолеты тут не очень сделаны. Да, так. Да. Не, 463, если... Вот, нормально, в принципе. Они пока не могут пройти. Сейчас я новое заграждение поставлю. Давай. А я, смотри, я наверх заберусь и сверху все. Так. Будет. Ну что, где они тут? У меня мыло перед этим, у меня же толстяк блеванул, и теперь... Ага. Так, ну будем знать, в принципе. Ах, жаль. Ну можно было, смотри, как сделать. Я хотел старое, собственно, убрать забор. Угу. Так, и новый поставить. Забор новый. Берем, ставим. Замечательно, все. Так, справились. Так, 8 метров, смотри, нужно к Сэму подходить. Начать? Сейчас, секунду. Угу. Тревор, так, все, начинай. Так, окей. Оу. Ожидание других игроков. Ага, все, я тут. Шум насоса так и будет их привлекать. А на откачку всей воды уйдет немало времени. С таким оружием нам точно... А, ну и сейчас нам за оружием нужно. Ну да. Взорвать их к чертям. Они нам помогут, но этого будет недостаточно. Слушайте, у деревни потерпел... Военный вертолет, понятно. Никто из бедняк на борту не уцелел. В отличие от их оружия. Отправляйтесь туда и попробуйте что-нибудь достать. Я понял. То есть нам безопасней, да? Ну да ладно. Заканчиваем тут, можно? Да, заканчиваем, но возьмем задание, в принципе, да?
Да. Так. Здесь как можно скорее. О, да. Так, ну что? Давай заканчиваем на этом уже. Давайте, ребят, закончим тут. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы. Для вас комментировал Эдисон Онли Фёст. Всем пока. Всем пока.